Итак, доброе утро, дорогие друзья. У нас уже практически обед наступает. И мы решили выехать. Сегодня последний день Maple Festival, который проходит здесь, в Онтарио. И мы на него хотим попасть, посмотреть, как это проходит в Онтарио. В Квебеке мы уже были, вы были вместе с нами, я снимала как-то. Сегодня мы выезжаем, ехать недалеко, примерно час. Мы понятия не имеем, что там будет. Ну, естественно, можно будет попробовать мейпл и даже поесть сосиски в мейпл или что-то такое. В общем, мы будем все снимать, рассказывать, показывать, потому что мы ничего не знаем, экспириенса никакого еще у нас здесь нету. Поехали? Другую ножку, дай другую ножку. О, Инна. Вот мы приехали на фарм. Ехали мы час, да? Да. Вот так мы уезжаем. Что это все? А какой это же игрушечный? Private. Ну, конечно, Ариэл. Нам нужен правит или какой нам нужен? Какой правит? Нет, но правит это люди, наверное, здесь живут. Farm Market. Maple Sugar Fest. Canada has 10 provinces, 3 territories and 1 internet. For booking hotels, go to hotels.com. Ну, там для пиратов летит. А мы дорогу не закроем? Привет, Кабочка проснулась. Доброе утро. Иду, выключай все, пожалуйста, расстегивайся. Все, вот мы приехали. Здесь такая целая эрия там для деток прыгать, бегать им. Вот сейчас туда мы пойдем, сделаем адмишн, заплатим. Все вам сейчас расскажем, что как, сколько стоит. Пойдем посмотрим. Что нам... Да, иду рассказывай. Где ты? Потом мы пойдем downstairs. Я на мейпл на ферму посмотреть. Вот такую еду мы приобрели. В общем, вот эти три панкека, три сосиски. Кофе стоило мне, получается, $8. $8. Шип, шип, I gave you food. Шип. Да, она не понимает тебя. Тебе нравится? Yeah. Ты не боишься трогать? Ты знаешь, что ты раньше был маленький, ты боялся? Биг бой мой. Поросята здесь есть. Барашки. Даже можно речь на русском языке, видите, услышать. Видишь, Даша, как она кушает у тебя с руки? Ну все, покормил, ты доволен? Что она ела у тебя с ручки? Я не верю, что мой сын это делает. Он так боялся животных всегда. А 2 года назад мы смотрели за собачкой у друзей, и он перестал бояться с тех пор.
Прям любит он эту маленькую барашечка, этого маленького, или это коза вообще. Это маленькая коза, я думаю, вообще еда на самом деле. Это не коза. Это коза, Идоша, маленькая. Кормить, помнишь? Сейчас я нашла еще одну для барашка. Куда? Вот, о, это свинью! Какая толстая, о, все, они все просто...